Гагарин впервые полетел в космос. И мы, как миленщики, не можем не отметить, что это было все в 61-м году, тогда же, когда родилась наша любимая Милен Фармер. Соответственно, можно предположить, что действительно ее зачали в космосе, и она какой-то такой персонаж космический, потому что она просто какой-то неземной обладает энергией и притяжением, поэтому я думаю, что вы со мной согласитесь все. Давайте похлопаем сейчас, чтобы я посмотрела, как у вас настрой. Давайте. Отлично, сегодня будет много интересного, в том числе и шоу от коллектива MF Dance Band, конечно же, но это все будет позже, а сейчас, прямо сейчас вы увидите выступление замечательного коллектива «Детектор лжи», который играет электронную музыку. Кто был первой женщиной в космосе? И кто же? Однозначно так. Позывной «Чайка». Я думаю, что вклад женщин в освоение космоса неоценим. И так же, как наша обожаемая и любимая Милен сейчас выглядит просто как настоящий космонавт. И эту песню при помощи вот этого уникального японского народного инструмента «Yamaha Tenereon» мы исполним песню, посвященную первой женщине в космосе. Утром просыпаюсь, ты мажешь мне рукой. Мне это приятно, я беру гитару, струны отвечают. Спасибо вам огромное.
знаю, что мое тело — космический корабль, а сам я — маленькая светящаяся частица. Пилот, затерявшийся в безграничности галактик. Моя миссия — вернуться домой. Как? Знает лишь мой капитан. Как вы танцуете всегда, а танцевать инопланетные танцы. Чем более странные, непонятные глазу движения вы будете делать, тем выше ваши шансы на победу выиграть главный приз – полет со мной на облака. Thank you.
отлично. Я думаю, слова этой песни надо переделать на Юля, уля-ля, а не как уля-ля. Довольно смертный. Отлично. И следующий на эту сцену. И у нас есть последний конкурсант, который тоже прилетел с другой планеты. Ничего себе! Такого у нас на планете еще не выполняет. По-моему, это очень футуристично. Саша, ты мой кумир в танце. Приятного отдыха. Пока.